В Великобритании к пожизненному заключению приговорен 53-летний Томас Майер, убивший депутата парламента Джо Кокс. Суд в Олд-Бейли признал подсудимого виновным по всем пунктам – преднамеренном убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении холодного и огнестрельного оружия. Лейбористка Джо Кокс была убита в своем избирательном округе в июне этого года в ходе кампании перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Майер напал на женщину у двери ее приемной, нанес несколько ножевых ранений и трижды выстрелил из пистолета. Пытавшийся вступиться за депутата, 77-летний пенсионер получил тяжелые ножевые ранения. Следствие выяснило, что безработный нападавший являлся членом неонацистской организации, а убийство готовил в течение нескольких недель. После нападения он не пытался скрыться и сразу оказался в руках полиции.